Добрый день, уважаемые зрители Поли Онлайн. Рада вас снова приветствовать на нашем портале. Напомню, 12 мая у нас был посев гороха. В настоящее время фаза 4-5 листьев. Первые всходы у нас появились на 10-й день. И сейчас наступила оптимальная фаза для проведения химической обработки против сорняков. На данном участке будем применять препарат «Парадокс» в дозировке 0,35 литров на гектар, действующее вещество и масомок 120 грамм на литр. Этот препарат позволяет нам снять как двудольные, так и однолетние злаковые сорняки. Также он обладает почвенным действием и не обладает на следующий год последействием на другие культуры. Оптимальная фаза применения этого препарата – от 3 до 5 настоящих листьев культуры. Для более лучшего эффекта будем применять парадокс вместе с прилипателем Адью. А на данном участке из сорняков присутствует из однолетних злаковых это овсюк обыкновенный и просянка. Из двудольных сорняков здесь присутствует вьюнок полевой, виды осотов, гречишка и марьевые сорняки. За последний месяц в регионе выпало порядка 20 мм осадков. Температурный режим колебался от плюс 12 до плюс 28 градусов. Это создало благоприятные условия для развития культуры. В настоящее время мы отмечаем уже развитие клубеньковых бактерий на корневой системе гороха. Это создает благоприятные условия для накопления почвы азотом и для последующей культуры. На данное время на нашем участке болезни не отмечено, но в других регионах, которые возделывают горох, уже отмечается проявление аскохитоза. И мы рекомендуем проводить фунгицидную обработку такими препаратами, как Колосаль, Колосаль Про и Кредо, которые показывают высокую эффективность против этих болезней. Так как это у нас мелкоделяночные опыты, обработку будем проводить ранцевым опрыскивателем. Норма рабочего расхода из расчета 100 литров на гектар. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также следите за новостями на портале Поли Онлайн.